Здесь можно жить, причем неплохо жить. Скажу вам больше, жить здесь можно сладко, но как и чем то право заслужить – большая и отдельная загадка. Здесь на такие пики можно влезть, от вида коих голова кружится. Как в Греции здесь все буквально есть для тех, кто здесь сподобился прижиться. Но чувства добрые здесь лиры пробуждать в благословенном этом месте, боюсь, придется с этим обождать лет 100, а как бы и не 200.